Москва осталась без дешевого бензина. В Москве не осталось в продаже бензина дешевле 40 рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на ЦДУ ТЭК. Средняя цена литра бензина АИ-92 за минувшие две недели выросла на 70 копеек, до 40,65 рубля, АИ-95 подорожал на 63 копейки и достиг 43,86 рубля за литр, цена на летнее диштопливо в среднем повысилась на 43 копейки, до 42,17 рубля за литр. В среднем по России цены на АИ-92 хоть и повысились на 42 копейки, но пока держатся в пределах 39,8 рубля за литр, АИ-95 на российских заправках подорожал на 40 копеек, до 42,5 рубля за литр. Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» опросила экспертов, которые полагают, что цены на бензин продолжат расти и топливо может подорожать до 45-50 рублей за литр. Темпы роста цен на бензин в апреле оказались самыми высокими с начала года. Участники рынка констатировали, что нефтепродукты выгоднее экспортировать, чем продавать на внутреннем рынке. В начале апреля независимые трейдеры нефтепродуктов направили правительству России письмо, в котором пожаловались на неконтролируемый рост цен на бензин и диштопливо на оптовом рынке. Больше важных новостей в TEL и GREM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.